Ну вот она стоит, родимая, 210 килограммчиков. Это наш кормилица наша. Кормилица, любовница, жена, сестра, как еще, медсестра. Вот. Никогда мы себе не позволяем перешагнуть через нее. Это как через свою судьбу. Вот. Потому что если что-то ты не так сделал, не она виновата, а сам. Никогда ее не пинаем. Есть, правда, некоторые чудаки, но со временем она наказывает.